Приветствую всех! С вами Быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинала ледяным буррито. 120 гребаных миллионов, Эдди? Охуеть! Все ради того, чтобы поймать одного чувака. У тебя железные яйца, Ви. Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс вудуистов мама Бришит, и связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Ха. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама Бришит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с Рили. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь... Я посмотрю, что можно сделать, и перезвоню. Thank you.
помощь? Наверное. Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Спокойно, Панам. Без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Сола, старейшину моего бывшего клана? Да. Вы вроде как поссорились. Теперь это не важно. Он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо. Там все расскажу. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. Долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронутся или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Прошу вас в машину. Окей. Добрый день, Ви. Я Джефферсон Пиралис. Ты уже говорил с моей женой, Элизабет. Очень рад, господин Пиралис. Госпожа Пиралис? Давай мы будем на «ты». Моя жена разбирается в людях. Она сказала, что мы договоримся. Теперь я понимаю, почему. Итак, в чем заключается работа? Картер, поехали. Элизабет? Как ты, наверное, знаешь, мэр Люциус Райан недавно скончался. Мы хотим узнать, как это произошло. Громкое было дело. Разумеется. Пресса жила этой новостью много недель. Это ведь их заработок. Так вы думаете, они что-то упустили? Есть основания предполагать, что да. Вроде следствие по делу уже закрыто. Разумеется. Полиция очень быстро доказала, что смерть наступила по естественным причинам. Райан умер дома, якобы отказ кардиоимпланта. Но нас настораживает нападение киберпсихопата в мэрии за несколько дней до этого. По версии полиции, эти события никак не связаны. Вот какой вопрос. Эти ваши подозрения как-то связаны с грядущими выборами мэра? Разумеется. Если Люциус Райан был убит, то мы должны это знать. С чего вы взяли, что в полиции ошиблись? У вас есть улики? Незадолго до смерти Райан задумал урезать бюджет департамента полиции. Возможно, это кому-то не понравилось. Нам удалось найти брейн-данс с нападением киберпсихопата. Наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного.
Но нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в брейн-дансах. Это не обработанная запись. Брейн-данс надо вернуть на место сегодня же. Иначе у многих будут неприятности. Если согласишься помочь, можно сразу и посмотреть. Откуда эта запись? Это было публичное выступление. В таких случаях запись – стандартная процедура безопасности. После нападения она была изъята полицией как доказательство. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ее добыть. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Замечательно. Будем тебе признательны, если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию. Ну и что у нас тут? Это я хочу спросить, что ты тут делаешь? Но это ведь и мой мозг, правда? И в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция, впускаю? Пусть подождет. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка все так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ну, то есть треплешься. Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Но бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и ее сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой правда такое было? Нет. Но могло же. Хотел, после конференции. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть жопу Райну. Что
что за мелодия, не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поет и поет. Вторая пресс-конференция за три дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо порепетировать. Двор Алой Королевы. Тебе это о чем-то говорит? А, где в крокет играют и розы красят, а потом королева такая. Голову ему долой. Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Так, так, так. Покушение произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто это было задумано. Или псих просто улучил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Кто такой этот Холм? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Поради мы собрались. Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Ты вернулся? Прекрасно. Так, что ты думаешь? Понимаю. Поговорим в другой раз. На чем мы остановились? Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. Хм. То есть подозрения не напрасны. У тебя есть какие-то вопросы? Что такое двор Алой Королевы? Извини, без понятия. Впервые слышу. Кто такой Холд? Заместитель мэра. И его цепной пес. Сейчас он идет на выборы. О чем была эта конференция? Да ни о чем. Райан просто любил выступать перед восхищенными массами и потом на себя по телеку смотреть. Насколько я помню, официальной темой было снижение уровня преступности в Найт-Сити. Райан собирался этим похвастаться. В смысле снижение? Райан объявил Пасифику независимой территории. Ее статистика перестала идти в зачет города. Ха, ловко. Что известно про полицейского, который спас Райана? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. Охранники мэра тоже из полиции? Нет, все они подобраны Холтом и работают в корпорации. Хотя среди них есть и бывшие копы. У кого-то, кроме охраны мэра, был доступ к терминалу? Только у полиции. Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то еще понадобится, мы поможем. Только скажи. А, блядь!
Уорд слушает. С кем я говорю? Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райна. Расследуешь? Ты не из полиции. Я работаю на Джефферсона и Элизабет Пиралис. Будущий мэр разнюхивает обстоятельства смерти предыдущего. Любопытно. Мне уже удалось кое-что накопать. Не менее любопытное. Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне. Сейчас подъеду. Эй, с кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. У меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот, рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж, изложу детали. И где этот твой гараж? Ворою на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, пока, Клэр. Тут
Похоже, к тебе пришли. В чем дело? Риверворк? Да, это я. А ты Вит, а? Мой напарник, детектив Хан. Спасибо, что согласился со мной встретиться. Ты правда будешь работать с наемником? Я еще не решил, что буду, что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это. Ты бы лучше его послушал с первого раза. Что проблемы с ним? А не хочешь слушать его? Послушай меня. Я ведь твой друг, и добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делал. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно, поступай, как знаешь. Я не обязан. Пора. Я и так уже к дочке опаздываю. Эй, ты там! А вы, ну хоть да, уйдите в тихий уголок для таких бесед. Получаешь, а то еще послушаю. Все, что хочешь. Дай-ка угадаю. Старые соевые чипсы, говори. Ржавая вода из-под крана. Пусть твоими я лопами, смотрю, детектив Хан не в восторге от наемника. Не бери в голову. Детектив Хан вообще мало от кого восторг, кроме своей дочки. Ты хотел поговорить? До покушения ты пытался связаться с людьми Райана и передать через них сообщение. Что в нем было? Знаешь что, там прав. Здесь слишком хорошая акустика. Пойдем в мою машину. Окей, ладно. Хочешь оказаться в настоящем раю? Не откладывай ни на микросекунду. Отправь космос на 7299 прямо сейчас. Хрустальный дворец. Реальная жизнь среди мертвого космоса. Участка задержали Хорвата в Ароя. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата. Психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. И ты решил предупредить мэра о возможной опасности. Просто так, по доброте душевной. Ничего себе. Тебя послушать, так в этом есть что-то постыдное? Нет, не постыдное. Скорее, очень редкое. Только что значит потерялся? Как это вообще могло произойти? Просто. Кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю, кто именно. А теперь я спрошу. Почему Пиралес взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Может быть, он просто боится? Не хочет занимать кресло, с которого уносит ногами вперед? Я бы тоже не хотел. Я думаю, он пытается дискредитировать Холт. Считает, что Холт в этом замешан? Не знаю. Но даже если нет, убийство мэра бросает серьезную тень на его заместителя. Ты знаешь, что такое двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам встретиться с моим информатором. Насколько я знаю, двор Алой Королевы — это элитный клуб. Где он, без понятия. Информатора спросим. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Форд. Или можем сразу поехать. Это уж ты решай. В смысле можем? Это дело не дает мне покоя. Так быстро его закрыли. Подозрительно. Ты выполнишь заказ, а я найду доказательства и смогу убедить шефа возобновить следствие. И все довольны. Ну что, куда сначала? Едем к его начальнице. Если этот мужик как-то добыл себе столько хрома, то и на противопсихозные препараты должно было денег хватить. Надо это проверить. Хорошо.
90% времени детектив проводит за болтовней. А что делает остальные 10% времени? Рапорты пишет. Так с кем нам надо поговорить? Ты говорил, она босс киберпсиха? Кристина Марков, 42 года. Единственный работодатель Хорвата. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви! Я понятия не имею, кого мы ищем. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Вы знаете Кристину Марков? Она здесь торгует. Не знаю никакой Кристины. Я сюда не общаться прихожу. Где мне найти Кристину? Это вы Кристина Марков? Не знаю такого. Нет. Но я ее знаю. Нет, не у нее магазин электроники на той стороне. Это вы, Кристина Марков? Я? Нет. Вон там она. Магазин электроники. Спасибо. Кристина Марков, у нас к вам пара вопросов. Вы агенты? Полиция Найт-Сити. Это детектив Уорд. Что вам надо? У вас работал некий Петер Хорват. Работал, работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. А много он тут получал? За его импланты ведь можно скупить весь этот рынок. Ха-ха-ха! Да ужасно много! Энди лопатой греб. Миллионером был. Мы тут все такие. Есть идеи, откуда у него могли взяться такие суммы? Были бы у меня на этот счет идеи. Я бы не торговала тут всяким дерьмом, а прикупила бы Ави. Да улетела бы отсюда подальше. Он просто в один прекрасный день пришел с имплантами и весь на взводе. Я спросила, откуда это все? А он ответил, что его, наконец, оценили по достоинству. А потом опять задвинул очередную свою тираду. Когда Хорват начал себя странно вести? Хороший вопрос. Это смотря что называть странным. Тут ведь надо понимать, что нормальным Хорват не был отродясь. Ну, вот если сравнивать Хорвата до отсидки и после, получится два совершенно разных чувства. Толкал речи, значит? И о чем же? Корпораты крепко держат Райна за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? А чего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райан говорит по телевизору только с ним? Обещает всякое, а потом ни хрена не делает. Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Райан. А может, все-таки была между ними хоть какая-то связь? Что сказать? Хорват любил легкие деньги. Отсидел-то ведь не просто так. Он работал на самых разных людей. И на простые, и на непростые. Может, у него и Райна были какие-то общие знакомые. У вас все, детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Его, наконец, оценили по достоинству. У Хорвата были спонсоры. Этого следовало ожидать. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали. Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машины. И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибшего. Случайность? Стечение обстоятельств? Или умышленное отравление некой аэрозольной смесью? У тебя правда было такое дело? Нет, это я только что придумал. Но принцип ясен. Прекрасно.
который... С ними я сам разберусь. О, ты господи. Сойца, отороси, чувак, а? Уйди с дороги. Твой приятель сел надолго. Ты тоже хочешь к нему за решу? Ой, Райори, тебе ну симпаю старому. А ну съебали кошачьи когти. И... На такое! Пошли нахуй! Сам разберусь. С тобой опасно по улицам ходить. У тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми? А ты как? Я же коп. О, окей. Вот и поговорим.